Друзья, давайте теперь пройдемся по сайту проекта Frendex.io. В общем, здесь информация о том, как же, в общем-то, компания будет давать нам прибыль, какую прибыль будет давать от 0,7 до 2% в сутки. И, в общем-то, возможность вложить сумму, значит, от $100 до $50 000 в Frendex. В целом проект интересный, потому что действительно лидеры из Финика переходят сюда, да, какие-то, потому что кто не успел там зайти в Финика на старте, сейчас раздумывают. Соответственно, здесь за проектом стоят серьезные ребята, то есть как раз-таки Руслан, основатель проекта, можете почитать информацию за него. В общем-то, нет сомнения, что сюда были вложены серьезные деньги в этот проект. Можете все это проанализировать, проверить. Здесь также есть автопрограмма. То есть программа называется FX Auto. Соответственно, здесь вы можете выбрать модель, программу, соответственно, модель машины и зайти в автомобильную программу. Как вы знаете, в Финика есть подобные программы, есть кубик. Я практически всегда захожу во всех проектах на старте в автомобильную программу и сюда тоже зайду. Расскажу вам чуть позже о том, как, соответственно, это сделать. Вот. Здесь также есть раздел «Профиль», можно изменить фотографию, уведомления, Telegram, SMS, дата рождения и так далее. То есть все это можно ввести, в принципе. И, соответственно, что нам интересно, это инвестиции. То есть вы можете уже инвестировать то же самое, как там Кубитэч, Финика. Если вы участвовали в подобных проектах уже до этого, то я думаю, что у вас не составит труда и с Френдексом разобраться. Итак, друзья, что нужно сделать для того, чтобы инвестировать в Френдекс? Мы, соответственно, выбираем сумму. В моем случае это будет $6 000. Сейчас биткоин находится на историческом максимуме, поэтому заходить в проект сейчас самое то. Если у вас есть криптовалюта, биткоин, то я думаю, заходить сейчас это оптимально. Значит, после первого пополнения вы не сможете встать в другую структуру, то есть вы пополняете, и, соответственно, будете приписаны уже к структуре того человека, который вас пригласил. Вот. Нажимаем на кнопочку «Инвестировать», и, соответственно, у нас выходит кошелек и сумма. То есть мы вводим кошелек и, соответственно, вводим сумму. То есть это мое первоначальное пополнение. Значит, на $6 000 выбираем биткоин и нажимаем на кнопочку «Отправить». В общем-то, все. В течение 20 минут зачисляется баланс на, соответственно, кошелек, и мы развиваем проект. Также обращаю внимание, что есть реферальная структура, то есть раздел «Мои инвесторы». У меня пока что еще ничего нет, потому что я только зашел в этот проект. И, соответственно, также в следующем видео вам покажу, как я буду заходить на программу FX Auto и покажу вам, какую машину я буду покупать через Френдекс. Поэтому регистрируйтесь, ссылочка в описании. Будем развиваться в этом проекте, в этом направлении. Всем удачи!